послании к Ефесинам Павел пишет об одном новом человеке. И сегодня мы с моим гостем Ариэлем Блюменталем поговорим об этом. Кто такой этот один новый человек? Что в нем особенного? Ариэль написал книгу на эту тему, и о ней мы тоже поговорим. Ариэль, рад снова видеть вас у нас в гостях. Совсем недавно мы с вами разбирали тему нарушения закона из Нагорной проповеди Иисуса. И после этой программы я очень рекомендую вам посмотреть то видео, потому что в нем много основополагающих истин. Перед тем, как перейти к теме, я хочу напомнить, что каждую неделю мы рассылаем мы информационный бюллетень. Он переведен на 15 языков. Там есть разные статьи и видеоматериалы. Он укрепит вашу веру и благословит вас, а также поможет вам поддерживать с нами связь. Вы можете подписаться на него на нашем веб-сайте. На сайте вы можете также зайти в раздел ⁇ Архив ⁇ Там собраны годы различных материалов, и вы можете ознакомиться с ними. Поэтому не забудьте сделать это. Это вас благословит. Ариэль, еще раз спасибо за ваше время, которое вы посвятили нам. Вы занятой человек. Вы написали книгу, которая называется «Один новый человек». Расскажите о ней. Она называется «Один новый человек, примеряя евреев и язычников в одном теле христа пока что она издана только на китайском и корейском вскоре она выйдет на японском и на языке оригинала на английском это будет в конце года или в начале января ее можно будет купить на амазоне издательство deep river brooks Орегон, сша когда она выйдет, мы расскажем об этом всем нашим друзьям по всему миру. Мы сообщим вам, где и как вы можете купить эту книгу. Она разъяснит вам многие вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня. Но давайте вначале поговорим о том, как появилась эта книга. Вы просто попивали чай в своем доме, в Иерусалиме, и к вам пришла идея, или как это было? Забавно, что вы заговорили о чае, потому что это произошло в Азии. В Азии много чая. Да, особенно в Японии и в Китае. Я мессианский еврей и служу в этом направлении но принял Господа я в Японии. Я уже рассказывал вам свое свидетельство. Это было в 1992 году. На японском я впервые стал поклоняться и читать Библию. Как-то летом я постился и молился и читал Библию. И когда я дошел до Исаия 58 главы, у меня было видение. Время остановилось, слова стали большими и спрыгнули со страницы. Я подумал, наверное, это у меня от голода. Там сказано, «И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть себя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». В тот момент я лишь учился тому, чтобы записывать в журнал то, что говорит Дух Святой. Но в итоге эти слова стали темой моей жизни и служения. В этом есть суть одного нового человека. Это восстановление развалин в отношениях между Божьими людьми. То есть, это случилось в первые месяцы моего христианства. Уже тогда... Бог призвал меня к этому, хотя я ничего и не понимал в этом. После того, как я совершил Алию, то есть переехал в Израиль в 98 году, я подумал, что я мессианский еврей, теперь я дома. Ам Израиль Ха. Наконец-то. Все мои скитания закончились. И в первые месяцы пребывания здесь я молился, я ожидал Господа, я читал Писание, поклонялся. Это было прекрасное время личного поклонения. И вдруг, поезжая в Китай. Моей первой мыслью было «Отойди от меня, сатана!» Мы только недавно изучали в общине «Евангелие от Матфея», 25 главу, о том, что в Иерусалиме соберется остаток, который будет приветствовать возвращение Иисуса. И для этого я приехал сюда. Что, Китай? Наверное, сатана пытается избавиться от меня. Но я подумал... Похожего, вообще-то, на Бога. Когда получаете что-то подобное, это нужно записать и подумать. Я не пошел сразу же покупать билет в Китай. И затем, в течение одного месяца, у меня были три сверхъестественные встречи на улицах Иерусалима. Дважды ко мне подходили какие-то азиаты и говорили, «Простите, вы Ариэль Блюменталь?» Это были корейцы. Я отвечал «Да». Мы живем в Китае и служим в Северной Корее со стороны китайской границы. Бог сказал нам приехать в Израиль и пригласить к нам мессианского еврея-проповедника, и Он дал нам ваше имя. Но что-то вроде этого. После этих встреч, две из которых были сверхъестественными, а одна нормальная, я сказал «Прости, Господь, за то, что я сказал, «Отойди от меня, сатана». Теперь я понимаю, что это был ты. Так он начал направлять меня в Азию, в частности, в Китай. С тех пор я выучил китайский, японский и корейский языки. Я провел там много времени. Кстати, впервые я отправился туда, еще будучи неженатым. Это было с 2005 по 2009 годы. Все это время я провел в Японии, служа там как миссионер. Я имел тесное общение с группой корейских и японских лидеров в пророческом ходатайственном направлении. Они собрались в 2008 году. Это была 70-я годовщина с момента 1938 года. Они рассказали мне об особенности 70-летнего периода, но об этом в другой раз, не буду вдаваться в детали, но в 1938 году произошло нечто очень важное. Тогда Корея была японской колонией. Японские и корейские христианские лидеры отправились в основные синтаистские храмы, где поклонялся император, и принесли дань уважения или поклонились японскому императору. Затем была война, убийство, зверство. Не переживайте, я дойду до темы об одном новом человеке, но пока еще немного об этом. И вот 70 лет спустя христианские лидеры обеих стран обошли все те места, чтобы покаяться. И я каким-то образом оказался втянутым в этом. А закончилось все всеобщим собранием, оно проходило в небольшой церкви на севере Японии. То место буквально дрожало от силы Святого Духа. И там же я получил информацию, которая позже вылилась в мою книгу. Я оказался в ситуации, когда проходило примирение людей, стран и народов. Книга о евреях и язычниках, но идея появилась из-за примирения японцев и корейцев. С тех пор я наблюдаю примирение и здесь, между еврейским остатком и церковью разных народов. А вот как появилась эта замечательная книга, название которой я сказал вам в начале. Ясно, вначале вы были в Японии, а затем был и Китай. Нет, а затем я приехал сюда, а уже потом я женился. А потом вы уже вместе всей семьей переехали в Китай, и именно там вы начали писать книгу. Верно, с 2008 года я много учил и изучал эту тему. В Израиле я был очень занят, и там у меня не было времени, чтобы писать книгу. В Китае я занимался изучением китайского языка, и у меня было много свободного времени. А осенью 2015 года я каждый день в течение двух месяцев занимался написанием книги. Я писал целыми днями и закончил 98% книги. Кстати, в конце книги есть дополнения, и одно из них посвящено пятой главе Евангелия от Матфея. Прекрасно. Вы прислали мне несколько глав, и я их прочел. Это просто фантастика. Давайте немного поговорим о содержании книги. О чем в ней говорится? И почему это так важно? Когда я начинал изучение этой темы, то не думал, что она касается Павла и закона. Это очень важный вопрос продолжительностью в две тысячи лет. Что Павел говорит о законе? А что говорит Иисус? А что такое закон и благодать? А это еще действует или уже нет? И как мы говорили, сегодня в теле Христа великое множество различных мнений, рожденных свыше, исполненных Духа Верующих. Одни говорят, мы можем есть все, что угодно, и соблюдать или не соблюдать какой угодно день. Некоторые заходят еще дальше и говорят, что нам даже не нужно читать Ветхий Завет. Другие учат о еврейских или мессианских корнях и призывают всех соблюдать закон или Тору. Одни говорят, что это не стоит есть. Другие говорят, что это есть нельзя и так далее. Есть даже случаи обрезания христиан в мессианских общинах. И все эти люди цитируют Павла. Это поразительно. Я не хотел затрагивать эту тему, но слово об одном новом человеке находится в послании к Ефесинам. Так давайте прочитаем послание к Ефесинам. Это вторая глава. С 14 по 16 стих. Тут сказано, «Ибо Он есть мир наш, соделавшие из обоих одно — евреев и язычников, и разрушившие стоявшую посреди преграду». Какую преграду? «Упразднив вражду плотью, свое, а закон — заповеди учения, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном цели примирить обоих с Богом, посредством креста» убив вражду на нем. А если читать с 11 стиха, то он говорит, что до Мессии, или даже за пределами Мессии, находится стена между евреями и язычниками. И эта стена характеризуется враждебностью. Евреи и язычники не умеют находить общий язык, иногда даже готовы убить друг друга. Это история нашего народа. Иногда нас любят, иногда ненавидят, и мы не можем понять почему. Мы, верующие, знаем почему, но остальные люди не могут понять, почему нас ненавидят и почему у нас все эти проблемы. Затем сказано, что пришел Иешуа, и на кресте своей плоти разрушил эту стену враждебности. И вот в своей книге я продолжаю Тему стены. Стена состоит из кирпичей, а кирпичи ⁇ это не что иное, как закон заповедей. О каких заповедях идет речь? Похоже на Тору. Очень похоже. Какое перегруженное предложение. Я не хотел писать о Павле и законе, но понял, что придется. Если мы не понимаем, из чего состояла стена, и что на самом деле было разрушено, а также что является основанием для нашего примирения и единства, если я не пойму это, или пойму, но ну, неправильно, то рискую восстановить стену или делать с ней что-то не то. Поэтому я решил разобраться с этим. В оригинале сказано закон с правилами и уставами. Устав на греческом ⁇ это догма. И изучая этот отрывок на греческом, я понял, что Павел действительно говорит о Торе но только об определенной группе заповедей, которую Иисус каким-то образом упразднил на кресте, проложив путь для этого примирения. Но здесь не сказано, какие это заповеди. Поэтому нужно изучать другие письма Павла, а именно послание к Колоссинам, послание к Филиппицам, послание к Евреям, а особенно послание к Галатам. И из этих посланий я пытался понять, о чем же именно он здесь говорит. Так о чем же он тут говорит? Ну, если я все сейчас расскажу, то никто не захочет покупать книгу. Если коротко, то в послании к Колосинам он снова использует это слово во второй главе, где говорит о трех видах догм или заповедей истории. Это праздники или календарь шаббат, новолуние и так далее, кашрут или правила питания, а также законы чистоты, не прикасайся к этому, к тому и к вот этому. Павел говорит, что каким-то образом эта группа заповедей была распята во плоти Иешуа. Они были убиты или были упразднены. Изучая этот вопрос, я понял, что именно эти правила wow. и постановления отделяют евреев от других народов, больше любых других заповедей. Сюда еще нужно добавить, конечно, и обрезание. Этот вопрос затрагивается в посланиях Коринфянам и Галатам. Да, у нас даже есть выражение «не столько евреи хранили субботу», сколько суббота сохранила евреев. И так продолжается по сей день. Даже сегодня раввины в синагогах учат, что язычникам запрещается соблюдать шаббат, потому что это только для нас. Они не хотят, чтобы вы перестали есть свинину. Это наше. И во многих молитвах в иудаизме можно уловить такой дух. Он избрал нас. И это хорошо, но со временем это превратилось. Он избрал нас, а не вас избрал. Mm -hmm. Это превращается в сравнение. Mm -hmm. Как в случае с фарисеем, right. который говорил, «Спасибо Бог за то, что ты создал меня таким, а не таким, как эта несчастная женщина». Сравнение — это греховная склонность нашей человеческой природы. Так мы ставим себя выше или ниже, лучше или хуже, всех других. И это послание о том, как Иешуа приходит упразднить эту возможность сравнивать и ставить себя выше, как это делают евреи. И даже сегодня евреи все еще верят, что поскольку они соблюдают эти правила, речь не о моральных законах, они являются более святыми. Это молитва, символизирующая все заповеди. Она означает «Благословен ты Господь, осветивший нас, сделавший нас святыми». С помощью этих заповедей а Павел приходит и говорит, «Произошли большие перемены в Торе». Это вывод, к которому я пришел. Теперь эти заповеди больше не определяют святость Божьего народа. Это приносит баланс во все, о чем Павел учит дальше. Как иудеи во Христе, я должен сохранить свою идентичность. Это часть моего призвания. Вы не можете быть евреем и игнорировать шаббат и праздники, а также правила питания. Но как рожденные свыше евреи, мы подходим ко всему этому совсем иначе. Больше нет места сравнению. Я больше не думаю, что я более святой, чем вы, потому что вы едите вот это. А я более святой, потому что в отличие от вас я соблюдаю еврейский календарь. Новый человек, о котором говорит нам Павел, больше такого не делает. Он не отличает себя от других людей, понимаете? Больше нет никаких уровней. Теперь мы все одна команда и семья. Но при этом мы не забываем о своей идентичности. Это основная ошибка церкви в прошлом. Они зашли слишком далеко. То, что он упразднил все это, не значит, что он упразднил призвание для евреев и их идентичность. Нет, как он не упразднил идентичность японцев или французов. Тогда это превращается в учение о Божьем призвании и предназначении для всех народов, племен и языков. Как говорит Павел, Бог сам всех их создал и определил их границы и время, в которое они живут. У них тоже есть свои праздники, традиции и так по всей земле. И для каждого из этих народов есть свое славное наследие от Бога, но оно не делает их более славными и чудесными, чем другие народы. Это проявление греховной природы, которые мы видим в истории человечества. Японцы, корейцы, китайцы, французы, немцы. Да, наше время подходит к концу, и я хочу задать вам последний вопрос. Но перед этим я хотел бы попросить вас, друзья, поделиться этим видео. Это был лишь тизер. Мы лишь прошлись по поверхности. А это означает, что вам нужно купить эту книгу. Она будет весьма интересной. Арель, вы рассказали о том, что разъезжали по миру и служили в разных странах. Вы видели разные культуры и подходы разных народов к закону и к постановлениям. И вы увидели, что одних занесло в одну сторону, других шатает в противоположном направлении, все запутались. Да, я видел крайности по обе стороны Атлантики, и поэтому вы решили принести им ясность и основания для построения правильного учения и жизни. Вы затрагивали важные темы, такие как, да, но в основном для того, чтобы утвердить тот или иной народ в их культурной особенности. Бог заявил о нашей особенности. Если говорить о евреях, то об их особенности написана целая Библия. Мы избранный народ, но Он избрал нас, чтобы мы были благословением для других народов земли. В Евангелиях все представлено правильно. Но склонение к иудаизму было и остается весьма обсуждаемой и важной темой. Но когда мы понимаем, как функционирует идентичность, а вместе с ней заповеди и догмы, у нас появляется возможность создать одного нового человека в единстве и взаимной любви, а также в служении друг другу. В Ефесианам 3 главе сказано, что все мы вместе – наследники Царства и тела Христа. Мы остаемся мы мужчинами и женщинами, хотя сказано, что во Христе нет ни мужчин, ни женщин. И через любовь и служение друг другу, как Он служил нам, у нас есть потенциал нести полное благословение Царства Божьего всем народам и Израилю тоже. И тогда будет бум! До самого его прихода. Хорошо сказано. Нам пора заканчивать. Еще раз спасибо за ваше время. Всегда рад пообщаться с вами. Спасибо, Коди. Я всегда многому учусь у вас. Меня зацепили некоторые вещи, о которых вы говорили. Поэтому спасибо вам еще раз. А вам спасибо за то, что были с нами. Это было возрождение сегодня. Мы благословляем вас из нашей студии на Иудейских холмах. Мы любим вас, и мы очень рады, что вы наши партнеры в распространении Царства Иешуа в Израиле и по всему миру. До встречи через неделю.